На этот раз госавтоинспекторы привлекли к проведению акции юных помощников ГИБДД из лицея номер 3. Дети раздавали листовки, а также напоминали водителям и пешеходам о необходимости соблюдать правила дорожного движения. С начала года в Сочи произошло 21 ДТП с участием пешеходов. 21 человек пострадал и один погиб. В 6 случаях виновными были сами пешеходы. Они игнорировали зебру и подземку и переходили дорогу где угодно. Организаторы акции напомнили всем участникам дорожного движения. Порой желание сэкономить 5 минут может стать последним желанием в жизни.